Уважаемые жильцы вот этого замечательного дома, простите нас, пожалуйста, людей, которые шумят здесь ночью, которые газуют здесь. Я прошу у вас прощения за байкеров, за автомобили спортивные. Но, к сожалению, мы не понимаем, как решить эту проблему. Мы понимаем, что люди спят в то время, когда здесь народ гоняет, газует. Это выхлопы, это свист резины, это шум гам. Мы это все понимаем. Причем проблема не только с этим домом, а точно так же со зданием МГУ. А эту проблему надо решать. Выгнать молодежь проще всего. Куда вы ее выгоните? Скажите, в подъезды? Пить пиво и колоть наркотики? Да слава богу, что они собираются здесь, на Воробьевых горах. Имеют общий интерес. Имеют как свои автомобили, имеют возможность общаться. Но это же прекрасно. Ну что вы хотите убить? Что вы хотите выгнать отсюда? Куда вы их выгоните? Вы альтернативу не даете. Давайте вместе сядем и постараемся решить эту проблему. Давайте, я уверен, что вся молодежь достаточно адекватные люди. И я уверен, что если в начале этой улицы повесить табличку «Стритрейсер, не гоняй, дай поспать, просто и улыбку нарисовать», я уверен, что люди, которые будут проезжать около этого дома, не будут нажимать гашетку. Давайте попробуем, что нам мешает, кусок железа да две палки. Давайте попробуем и посмотрим, насколько адекватные наши водители. Посмотрим, насколько адекватная наша молодежь. Можно ли ей идти навстречу или нет? Давайте попробуем, что нам мешает. Все, кто видит это видеообращение, если вы чиновник, если вы принимаете решение с точки зрения безопасности на дорогах общего пользования, если вы политик, помогите нам решить эти проблемы. Эрик@смотра.ру, либо смотра.ру, найдите пользователя Эрик, напишите, пожалуйста, помогите решить эту проблему. Будущее молодежи в наших руках. Нельзя ее выгонять, нельзя молодежь брать как котика и топить в луже, нельзя этого делать. Давайте поможем молодежи. Ну не все у нас футболисты, не все у нас хоккеисты. У нас есть достаточно талантливые ребята, которые разбираются в двигателях, разбираются в автомобилях, помогают другим. Ну дайте развитие, ну дайте этот небольшой толчок, а? Ну что вам стоит? Спасибо большое.